Привет, дорогой зритель. Извини, давненько не было. Планировалось одно, получилось совсем другое. Провалялся с ангиной. Грубо говоря, один из первых дней, как я говорить могу, собственно говоря, приходится говорить. Почему приходится говорить? Потому что ко мне пришла посылочка от Xiaomi, которую я очень сильно ждал. У меня там с первого числа она где-то пропадала. Но я этому даже немножко рад, потому что я валялся, болел просто никакой. Собираем пакетик. Сейчас выясним, с чем этот пакетик завязан. Видим то, что здесь Xiaomi. Здесь также есть батареечка какая-то. Нельзя мочить. Хрупкая. Вверх находится здесь. Ногами не ходить. Более 5 в высоту не класть. Щелк. И мы это дело сможем на превьюшечку поставить. Значит, у меня сейчас задача какая? Показать то, что упаковка была не вскрыта. Как-то вот эти вот наклейки получились наоборот. Почему их заклеили? Непонятно абсолютно. Ну-ка. Что-то это не понимаю. Ну, конечно, к делу не относится. Я не понимаю, зачем это. Хрень какая-то неведомая. Вот, значит, здесь у нас та же самая информация дублируется сбоку. Тут у нас Company. Вот здесь вот видно немножко привскрыто, но если мы посмотрим здесь, то у нас Xiaomi наклеечка не вскрывалась. Она целая. Все хорошо. И с этой стороны, соответственно, тоже запаяно все хорошо. Так, пакетик убираем с концами. Я очень ждал этот заказ. Вторая наклеечка Xiaomi у нас тоже подтверждает, что все чин-чинарем. Давайте вскрывать надо. Раз все чин-чинарем, то пора вскрывать. Нарушать, скажем так, этот чин-чинарем. Ну что у меня там? Кто мне там пишет, как вы думаете? Пишет мне. Вот. О том, что телефончик еще один можно прикупить. Ну, немножечко подзадержимся. Нифига не успел я, короче, прикупить то, что я хотел. Поэтому просто продолжим распаковывать. Так, еще раз. Доходим мы до... Да? Вот я дошел. На всякий случай, да? То, что видно, что он не поврежден. Ну, ребят, я не просто так это уже делаю, потому что, ну, на самом деле, в последнее время какие-то приколы получаются, когда споры открываешь, которые... Раньше бы ты однозначно выиграл, да, а теперь... Вот, нет, вам надо было сначала все это дело взвесить. Итак. Та-дан! Мой белый боксик, моя коробочка. А внутри, ребятушки! Мидрон 4К. Здесь у нас не вскрыто получается. Давайте его подвскроем. Как тебя тут правильно вскрыть-то? А чего ты не хочешь-то? Чего тебе не нравится-то? Вот иди сюда! О, все, получилось. Ну и что дальше-то? Дальше вот так вот, оп, хи-хоп. О, красотулечка ты моя, беленькая. Так вот мы его вынимаем. И здесь видим в комплектике у нас сразу и камера. Я твой следить, за тобой следить. Я большой брат, следить за всем. Вот, камера, значит, у нас здесь. Чпок-чпок-чпок. Управление. Вот здесь, вот что здесь может такое быть? Ой, чуть не уронил. Аж испугался.
Инструкция, наверное. Ты бы и бог бы с ним. В общем, ребят, пришла у меня китайская версия. Китайская версия отличается от европейской тем, что у нее ножки, кстати. Ножки у нас, видите, такие, оп. И сразу готовые ножки есть. Отличается... Эй, а что ты? А, вот так вот. Аккуратненько. Я вам, значит, потом поподробнее расскажу. Вот, отличается она тем, что у нее нету свистка. Ну, не эту самую, не этот, как его, вот так вот, свистящий свисток. Блин, куда тебя положить-то? У меня на столе-то места нет, нифига не приготовился. Вы я лап. А что, я вот сейчас вот возьму так вот ножки. А что вы не открываетесь? Почему вы не открываетесь? Что-то мне не понравился как-то этот звук, по-моему. Оп, вот это открылся. А вот это что не хочет открываться? Ой, не нравится, ребятки, мне этот звук. Вот честно, не нравится мне этот звук, да? То есть вот если... Вот это вот. Опаньки, открыли, закрыли, да? Опаньки. Опять открыли, полностью вставили. Здесь что-то ни хрена не хочет. Прям вот, блин... Блять, переживаю я. По-моему, что-то это самое. Короче, вот тут с моим опять счастьем пришла какая-то шляпа. Судя по всему. Ну, что это такое? Чем его едят? Так. Не, ну, серьезно. Оп. Оп. Что-то звук мне прям совсем не понравился. Вы слышали этот звук? Он такой прям. Не серпун по этим самым, по яйкам, короче. Ну, вот главное, стоит, да? То есть, ну, вроде... Не знаю, короче, что это за звук. Может быть, придется поспорить по этому поводу. Поставим пока тебя здесь. Что у нас тут еще должно быть? Что у нас тут еще должно быть? Так, что, куда, что, что? Вот такой вот мощный аккумулятор на пятачочек. 5000 мАч. Коробочка. Коробочка ни хрена. Коробочка наверняка ни хрена. Такая вот зарядочка плюс кабелечек для соединения смартфончика, видимо. Так. Как тебя-то вынуть-то? Опаньки! Для лохопедов 15-х, которые только учатся летать. Учатся летать. Вот такие вот защитные фигни на винты. Ну, чтобы пропеллеры не покромсать. Остается только понять, где саморезики от них. Найти и прикрутить. Я, наверное, буду тренироваться на винтах. Ну, они есть, есть, что бы не положить. Зачем быть слишком уверенным в своих силах? Я вот, наоборот, уверен, что я укажу. Так, защита для винтов у нас есть. И остается у нас еще что-то здесь вот. О, сами винты. Может быть, даже запасные. И отверточка специально. Мне отверточка-то, в принципе, не особо нужна. У меня есть набор отверток от Xiaomi. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А надо всего 8. Нет, надо всего 4, а их 8. То есть они еще и с запасными. То есть они знают, они сразу говорят, ты, говорит, рукожоп, ты, говорит, обязательно, говорит, раздолбаешь их. Поэтому мы, говорит, тебе их запасом положили. Ну что, ребят, я пойду с ним знакомиться поближе. Технические характеристики у него какие-то прям вообще безумно потрясающие. На несколько километров вверх, на несколько километров вбок. Все это дело на диких скоростях.
Заглянула, конечно, супруга, все опять меня сбило с мысли, короче. Подглядела заодно, что за хрень у меня такая неведомая. С очень интересным таким она. Что это там у тебя такое? Удочка у меня новая. В общем, характеристики просто огонь. Буду все это дело пробовать. От тебя пиши в комментариях, чего ты хочешь про него узнать. И, собственно говоря, ждем видео с него и более подробный рассказ о нем. Я прям доволен. Доволен. Ну а с тобой до скорых встреч. Да, зайка, чего хотела?